Представляем Китфорд КТ-3015. Цельнометаллический планетарный прибор, объединяющий в себе миксер, мясорубку и терку. Устройство упаковано в коробку с оригинальным оформлением, но без ручки. Пиковая мощность 1000 Вт. В комплекте поставки – миксер с чашей на 5 литров, терка и шинковка, мясорубка и разнообразные насадки. В конструкции выделяются нижний привод, верхний привод, замок моторного блока и селектор скоростей. Миксер работает с четырьмя насадками для смешивания и взбивания. Основной комплект мясорубки состоит из лотка, толкателя и загрузочного блока со шнеком, ножом и передней гайкой. Все компоненты быстро устанавливаются, легко собираются и разбираются. Имеются три сетки для фарша, три сетки для лапши, насадки для печенья, кебе и колбас. Для взбивания используется венчик. Возьмем стакан сахара и 4 яичных белка. Начинаем работать на минимальной скорости, постепенно повышая ее до максимума. Время обработки на шестой скорости – 3 минуты. Легкое тесто для бисквита и шарлотки замешиваем при помощи лопатки. Во взбитые с сахаром яйца добавляем сметану и просеянную пшеничную муку. Перемешивание начинаем на минимальных оборотах. Постепенно переходим к третьей ступени скорости. Добавляем разрыхлитель. Общее время обработки 2 минуты. Готовую шарлотку посыпаем молотой корицей с сахаром. Работа с мясорубкой не требует особых навыков. Получается фарш отличного качества. Гарантированная производительность составляет 1 кг 400 г в минуту. Внутри остается очень немного необработанного сырья. Из мясного фарша мы приготовили аппетитные фрикадельки в томатном соусе. Теперь займемся гарниром для этого блюда. Замесим крутое тесто при помощи двух крюков. Берем пшеничную муку, добавляем 2 яйца и соль. Две минуты обработки на второй скорости. Миксер отлично справляется с плотной смесью. Для формовки используем мясорубку с насадкой для спагетти. Тесто в загрузочный блок продвигаем толкателем. Спагетти не принято нарезать поперек, однако иногда это просто необходимо. Длину лапши и макарон определяет шеф-повар. Похоже, нам удались спагетти с фрикадельками в томатном соусе.